Для этого мясо нарезать порционными кусками и замариновать в меде, имбире, орегано, базилике и соли. Тем временем нашинковать лук и слегка обжарить его на масле. Далее на лук выложить куски замаринованного мяса и жарить их до румяной корочки с одной стороны, затем перевернуть и продолжать готовить при закрытой крышке еще 10 минут. Добавить грибы, предварительно залитые кипятком. Влить бокал пива и довести до кипения, а затем добавить розмарин. По мере испарения жидкости доливать пиво в сковороду. Готовое мясо переложить на тарелку. Для соуса со сковороды убрать лавровый лист, всыпать муку и хорошо размешать. Подавать свинину с чешскими кнедликами, полив подготовленным соусом. Для приготовления этого блюда нам понадобилось 800 грамм свинины, 2 луковицы, 1 чайная ложка розмарина, 1 чайная ложка смеси различных трав, лавровый лист, 2 столовые ложки растопленного масла, 50 грамм сушеных грибов, 1 столовая ложка муки, 12 кусочков чешских кнедликов. Для маринада 2 столовые ложки меда, 50 грамм имбиря, 1 чайная ложка орегано, 1 чайная ложка базилика, соль, перец.